Привет всем. Опять в ремонте дошка Либер. У нас их много. Ремонт небольшой. Вот в таком состоянии она заехала к нам в гараж. Зачем ее разобрали, не знаю. Но все было снято. Как видим, вот жироны скручены в бок. Удар был вправо. Вот. И чтобы достать радиаторы, надо оттянуть чуть усилитель бампера. Что я и делаю. Не знаю для чего. Там за бугром разбирают машины. Может для страховки, может еще для чего-то. Но очень часто без половины деталей приезжают. Но тут было разобрано, болтики все красивенько лежали в салоне. Вот. И одно крыло. Оп, порвался балка. Подтянул с другой стороны, чтобы был подход для снятия радиаторов. Ну, я думаю, хватит. Снимаем усилитель бампера и радиаторы. Некоторые болты зажаты, но я их открутил. Этот металл вон. Ну вот, сняли. И что мы видим? Погнуто, поперечина, это всегда обычно при таких ударах, вот в этом месте. Подушка скручена, придется равнять ее. Ну, снял подушку, сейчас буду вытягивать лонжероны. Тяну пока не за болты. Сначала с одной стороны, потом с другой. Иначе могут болты оборваться. Сильно за них не потянешь, но заодно крепление балки подровняются. Ну вот, подравниваем крепление балки таким не слабеньким молотком, по-другому там такой металл не выровняешь. Все это происходит на тяжке. Взял кувалдочку, чтобы не пачкаться, и подровнял. Ну а теперь ремнем, чтобы не погнуть жирон, вытягиваю на место крепления бампера, ну и поперечину, чтобы потом подушка влезла и поперечина. Ее не видно, поэтому там сильно с ней возиться не будем. Подровнял, подкрасил, вот выровнял подушку. Стоит нормально. Примеряю усилитель бампера. Вот верхнюю поперечину приходится подтянуть, чтобы выровнять. Затягиваю лонжероны и замеряю уровнем. Ну и вот прикручиваю уже остальные элементы кузова, крыло, примеряю фары, капот, если надо, подтягиваю. Ну вот машина для примерки собрана, красить буду сам. Тут немного. Все вроде бы нормально. Поклянул, грунтанул где надо. Обклеил, покрасил. Ну вот такой результат получился. Все
все зазорчики ровные, все стоит на месте. Ну а я желаю всем удачи, подписывайтесь на обновления, на новые видео и не забывайте ставить лайки, если вам понравилось. Пока. С вами был Артур.